Понимаешь, что она делает, да? Да. То есть у тебя максимальное количество КП будет на одно больше. Погоди, попробуй надеть ее на себя. Вдруг это артефакт. Вообще никуда. Я, короче, нашел вот этот лук. Он мне очень нравится. Он, ты бы видел на чем 3. Он на силу 3, на какой-то лазер флейм, на Арифлейм, короче. Он зачарен на Арифлейм. Мы будем врагов заставлять это. Покупать нашу продукцию. Как считаешь? Хорошо это? Я в инструменты кидал, так, а чего у меня нет? Так, давай поспим лучше, пока а то вдруг сейчас умрем случайно. Я предлагаю поспать. Может, это и есть Скайрим. Ту-ду-дун, 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 ду-ду-дун. Ой, это пиратки Карибского моря. Я закончу со строительством, иди оценивай. А, извиняюсь, я не закончил со строительством, иди обратно. Нет, здесь другой будет. Не, погоди. Он тут сверху лежит. Все, можешь смотреть. Выйди отсюда, Розбини. А где попить? Ну а как тебе сам-то вот это нравится, нет? Ну, здесь будут пока сундуки. А кстати, о сундуках, где они? А, вспомнил, я их на втором этаже оставил. На первом. Да, вот они. Помнишь, я тебя спрашивал про кожу? И я эти... Извиняюсь, я тут. Так. Да, я хотел на тебя присесть. Ой. Кожаную броню можно покрасить в любой цвет. Железный слиток. Мне нужно как минимум, ну, сколько тут? Больше не надо. Железный блок? Так, ты можешь его раскрафтить и... Не надо, тут крюки делаются по две сразу, так что нормально. Еще. А где он наши крюки, которые ты крафтил, но положил куда-то? А, нашел все. Вот. Вот, а чё? Вот, такой кайф. Просто подойди сюда. Просто иди на склад. Это рамки из кожи. Возьми любой блок. Взял? Нажми правую кнопку мыши по рамке. По рамке. Не по сундуку, по рамке. А, зажми тогда Shift. Зажми Shift. Да. Левую кнопку мыши убрать. Ну, смотри, теперь у нас достаточно такие это. Склад-то неплохой получится. Я тебе говорю, нам не нужен пока большой склад. Типа, вот этого хватает всего. Тогда хз. Про что ты говоришь? Плавильня плавится, хорошо. Я думаю, одной лодкой хватит. Это мы потом обсудим. Разделяться тут решил, да? Вот, то есть, сюда. Вот сюда ставь. Окей. Да. Так, вот, нашел блоки. Ну ладно, я думаю, тогда этими сойдет. Чтобы далеко не бегать. Погоди, стой. Ну давай, я допустим хочу, чтобы ты поставил вот этот синий блок, где я сейчас стоял. Где я сейчас стою, где-нибудь. Посередине, да. Сейчас, погоди, я еще красивее сделаю. Я-то вот, знаешь, скрафт 2, один вот тут поставь, где я. А другой вот тут поставь, где я. Скрафт еще одну лампу. И вот это еще один красный блок. Нет, фонарь, фонарь. Фонарь, я говорю.
Погоди, погоди, ты же мне тогда выкинул, я тебе тогда две вернул, выкинул, цветокамни. Ты же его подбирал. Вот тут я тебе выкидывал, ты его подбирал. Что, что, у меня вопрос, что вот это, что ты тут в печке пытался сделать? Что это тут в печке? Да, возьми просто одно оружие, еду, вот я возьму хлеб на всякий случай, чтобы мясо мы не потеряли зазря. Ну-ка, я топор возьму. Так, мы же это все потеряли. Возьмем бронзовый молот, погнали. Хотя, сколько он наносит урона? Он наносит 8 урона. Топор наносит 7 урона. Ох, ничего себе! Возьми эту пику, возьми это копье. Не, возьми копье. В руки возьми копье. Ёп, ёп! Дай мне его. Хочешь посмотреть, как оно в руке выглядит? Шлем зачем? У тебя беруши будут. Втащи ты тут. Да, я хлеб взял. А ты взял еды? А, не, тогда давай. Не-не-не, да, арбуз можешь обратно положить. Положи обратно арбуз, его потом, если что, съесть будем. Все, погнали, хлеба хватит. Я не отдам свой хлеб, я голоден. Повторяй за мной. Уи-ю. Ладно, погнали, давай, чтобы... А, ну зато да, ты так можешь. Цыганский фокусник. Да. А ты лодку взял? Смотри, кто над тобой летает. Они не отдиспавнились. Слушай, нам нужно... Я думаю, нам все-таки нужно раздеться. Что-то жарко слишком. Нам регенерация нужна. Киноцидник. Мы почти закончили. Мы почти дошли. Скоро уберу в уши и надевать щиты. Так, ну я одеваю. Я. Да, давай. Ставь. Ты где? Боди, а ты где? А, вижу. Ты выкинул просто. Это мы же. О! Ты откуда? Ты чё? Эй, чё, помнишь, куда плыть? Вот так, прямо, стой, прямо по курсу, прямо по курсу. Давай, прямо по курсу. Нет. А. Погоди. Нам налево, ты куда? А если нас сейчас... Я сейчас утону, Боди. Я больше не... Ну давай, давай на них сходим, почему бы нет? Ну тут, вон она снизу, вон подо мной. Надевай беруши. И броню оставшуюся надевай. Знаешь, такой, ты знаешь, что твое копье такое спеть передо мной, знаешь, как этот... Как нос корабля. Мы на нее хотели плыть, но нас очаровали, ты забыл? У меня зависло все! У меня все зависло! У меня все зависло! Я умер! Кто нас пьет? Забирай вещи! Это твои вещи! А! Я щитом обороняюсь! Я щитом обороняюсь! Чё это ещё? Меня ещё убьют! Меня убьют сейчас! Я умер. Я к тебе. Давай, я тебя телепортировал. А что меня бьет? А, ты меня бьешь. Тут водяной пар. Не, меня там типа... А, меня скидывает что-то. Чё, мои вещи подобрал? Щит, 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 щит. У меня пол сердечка. О, у меня.
меня что-то... Что со мной не так? А меня снизу! Тебя убили? А меня снизу! Я его не могу ударить? Ой, я его толкнул. Я не готов... Мы друг друга! И смотри, где я. Вот смотри, где я. Я там и умер. Осталось понять вопросом, где. А! Меня что-то... Нет! Нет! Мне нужны беруши. Я нашел беруши. Я пошел забирать свои вещи снова. Меня они, короче, начали снова заманивать. Вон, видишь, вон там скалы маленькие, видишь? В воде. Там русалки. Они тебя заманивают, а потом топят. Воду! Сама себя бьет хозяином. Я ее не вижу. Смотри, я на лодке плаваю. А, вижу ее. Защищаю. Убил. Я забрал сбоку, что-то выпало. Давай. Сейчас все скину. На, это твое. Ой, не погоди. Нет, это не то. Вот это. Хочешь еще раз? Дай мне его. Смотри фокус. Я толкатель. Да, смотри. Я могу толкнуть в любую сторону. На. Я это записал. Погнали. Добрый боди. Ваше такси Максим уже на месте. Ждем в черной ладе. А где лодка? А, это откуда он? Вот я тебе говорю, зачем ты поджег это все? Тут появляются вот эти огненные. Ну, зачем я говорю, ты это поджег все? Как раз таки ты знал. Я думаю, мы вон там. Там, короче, лодки две заспавнилось. Я думаю, мы туда плыть не будем. Там куча этих тентакль монстров. Оно и под водой. Я знаю. Давай теперь, ты капитан судна. Плыви вперед, там этот корабль затонувший. Смотри, как, знаешь, как мне удобно, ты на этом, а я пытаюсь смотреть туда, где тебя не вижу. О, тут легендарная подкова, 69 тысяч этих. Да тут скелет. Чем? Могу канул. Удиви. А, давай. Прикольно. Лодка уплывает. Эй. Так я и пытаюсь, она уплывает. Эй, лодка. На своих собратьев нашел. Наконец-то разумно. Наконец-то моего разума это. Он к тебе бежит. Или нет? Беги! Остань! Вот он! Багряный бакет, которым я ваншотнул! Я не могу прыгать! Помоги! Мне!
А как? Он мне полсердечка наносит, а как у меня ваш шут, у меня вопрос? Был убит магией. У меня все зависит, нет. Выпала голова зомби. Вот думаешь, я шучу, а реально выпала голова зомби. Ну что, я прикалываюсь? Колю себя, да? Что ты меня... Зачем? А. Ну ты меня телепортировал. У меня просто мир решил обновиться. Ты где? А я тебя вижу. Я тебя вижу. Ты сам. Ты вся баб. На. Там какой-то. Там дом в скале. Побежал к нему, там дом в скале. Вау. Это ты враг, друг? Ты друг или враг? Кто ты? Вы кто? А вы враги, я понял. Мне щит нужен. Кто это? Что это? Что вы за защитники? Что это за защитники такие? Я даже не могу прочитать, что у них за имена. Но они... В смысле, у меня же иммунитет к огню! У тебя карта появляется. Снизу есть кнопочка метки. Ну, там такой ромбик снизу. Кнопочка первой метки. И все, и... Ну, какой точки, где ты умер, то да. Как я... Меня что-то жжет! Это не огонь, это не пламя, это дебаф. Вау. Да, ну, Бодя, за что? Что меня убивает? Какой-то паук. Ты кто такой? Я не могу ничего делать. Ты так смешно выглядишь. Ты это видел? Нет? Нет? А ты мои вещи забрал? Дай мои вещи. Дай мои вещи, я сейчас это спасу от них. Мне нужны мои артефакты. Дай мне мои артефакты и эти. Так, я нашел свои вещи. По крайней мере... Рюкзак-то я нашел. Я не могу... Вот все, я опять сейчас сожгусь и умру. Вот этот мод на Midkit, где у тебя все плохо, это очень больной, это очень бесячий мод. Та птица тоже, кстати, убивает, я тебе так скажу. Давай сюда сходим для начала. Паркал. Все, погнали, нам больше тут ничего не надо. Да, это типа для это стартовый лут. Ну давай. Там больше ничего нету, Бодя, возвращайся. Давай, на абордаж. Давай, на... Ух-ё. Бодя, нам нужно... Быстрее ломай это все. Где-то сундук должен быть. Ну тут алмаз был. Тут сразу... Смотри, там на выход сразу. Да. Погоди, а тут должен быть какой-то сундук? Ой. Да, там за тобой. А зачем ты там прокопал? Погоди, а что наверху? О, тут еще что-то есть. И тут нет сундука.
И тут нет сундука. Хороший пиратский корабль, я тебе скажу. О, тут скелет. Два, три. Чьи умные. И чё, это все? Это типа весь лут? Типа просто пару пиратских сундуков или чё? Ой, сундуков. Просто пиратский корабль с этими? Ты бы видел мой уровень. Ты умер? Чё с тобой? Телепортируйся. Ай! Ну вот мы... Так. Так, я пока отойду. Ну конечно же, как он не горит? Почему они не горят? Почему они не горят? Я понял, что это за пиратский корабль. Ой. Это пиратский корабль, где... Да. Причем не мы. Зато пиратский этот классный. Может у меня... У меня был 25 уровень, и они все весь его забрали. О, ты жив! Я не про тебя. То, что ты жив, то я рад, я там моба убивал просто. Надо полечиться. А сверху, кстати, будет босс. Это башня. Что это? А и все? Все, не тянется окончено. Я пошел, до свидания. Ты где? Я умер! Нет, я не умер. Меня упал. Ты... Ванюна! Ему урон не наносится! Я ему не могу урон наносить! 7 секунд еще не могу наносить. Тихо! Тихо! Аккуратнее! Сейчас ты умрёшь, я тебе говорю. У меня слабость, я не могу наносить урон. Нет! 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 Как тебе это, эти битвы столетия? Ой, я вылетел. Ай. Как вы это оцените? По миллион бальной шкале. Отборный будет. Тогда. Ты только сейчас это понял? Там, погоди, это, знаешь, чем она отличается? Наверху, наверху босс, с которого выпадает очень много алмазов. Это твои вещи? Над тобой еще птицы ржут. Не знаешь, короче, я тут ем этот суп, и у меня тарелка пропадает. Я вместе с тарелкой ем. Так, я пошел их мутузить. Ты бы знаешь, почему я могу считаться танком? Вот у тебя сколько сейчас максимальных сердечек ХП? Ну, второй. У тебя есть второй? Этот, вторая страница, второй. У меня 5. Я говорю, я танковать хочу. Эмеральдовый. Там эмеральдовый этот нагрудник, я хочу его водить. А, я же не смогу его водить, точно. Бьют. Бодя меня убить.
меня опять в тоннеле. Давай, меня еще убей. Это не тот скелет. А может и тот, кстати. Будет! Как мне сейчас такое же делают? Я яблоком бью паука. Ладно, у меня по... Эксплозион! Ну давай, справляйся с ними, сам виноват. Ну да, я сломаю ваш спаунер. Я сломал их спаунер, они больше спавниться тут не будут. По крайней мере на этом этаже, я не знаю, что на следующем. Я там тебе одного скинул, аккуратнее. Я сам к тебе спрыгнул, аккуратнее. Я еще держу. Меня, короче, сталкивает просто. Привет. Нет. Кто из нас друг, кто враг? Я потерял уже все свои артефакты, понимаешь? Я не знаю, где они. Прости! Я так жду, когда пока мне эта молния не влетела. Как тебе твой первый раз? Хотя я не знаю, какой это уже путь. А тут босс должен быть. Ух ё! Ух ё! Это все надо выносить. Идите, динамит. Ты что? Тебе что, не хватает твоего эксплоузиона? Чё это за звук? Раз, я знаю... А мы их тут все сломали, я тебе так скажу. А, нет! Не нажимай! Ты не нажал? Ничего не произошло? Я говорю, дом, это дома строить, это потом. Там крестик корми. Слушай, Боть, я все-таки возьму этот нагрудник, он добавляет 20 локальной брони, это достаточно неплохо. Боть, телепортируйся, погнали отсюда. Я точно не помню уже. У меня весь сервер завис. У меня все... За тобой еще крипер! Там еще за тобой крипер! Я просто сижу такой, это... Делаю свои дела, просто любые. Нет! Нет! Телепортируйся. Он взорвал его. Бодя, все плохо. Он взорвал мой сундук. Сейчас, если... Бери факел в руку и погнали. Подожди, дай я пока удалю все точки смерти, чтобы они не мешались. О, нет! О, но, это так, это мой, это моя бесячая пещера. Это мой... Я нашел свои вещи. И я сейчас их, видать, потеряю. Так, это мой. Это что такое? Это что за монстр такой? Я хочу его... Я его призвать хочу. Что-то происходит. У тебя сундук сломался. Нет! Я спас твои вещи. Нет! А, я тебе... А, я ж тебя это там... Ты же можешь просто перенести... Я тебя освободил проход. Чё, продолжаем? Давай, забирай вещи. Он типа не... Это, он типа не лом... Он ломается немного. Но не уничтожается, как я понимаю. Смотри, я прыгаю. Иду, значит, такой. Иду, гуляю. Оп. Улетел. Порождение теней появилось из тьмы.
И где? А где он? У нас стоит режим без мобов. Где? Я слышу, кто-то стонет. Это повелитель тьмы? На! На, на, съешь это, На вон я тебе положу, вот, съешь это, вот, 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 съешь это. Помогите! Я сейчас упаду, Я упал. Так я упал. Ты еще ниже пошел. Ты даже еще ко дну пошел. Ладно, я-то вниз полетел. Ты-то куда дальше? Ты спать пойдешь? Или сейчас поспи? Не, в игре или где спать? Все, я думал, ты уже все сам спать ложишься. И выхожу. Так мы же наоборот это сохраняем. Все уже? Ты отрекся от своего долга, да? Вообще, тихо. Вообще. Тут... Просто дай мы забагадаем, Это хорошее было, существо, оно лечит, а ты ее калечишь. Делаем ставки, кто проиграет. Бодя или... Даже не знаю, кому помочь, Тянке или другу. Формально, да. Убил. Да, это все твои вещи. Ой, не-не-не, это моя вещь. О, идеально оставил ту вещь, которая моя. Блин. Ну смотри, вот смотри, как надо. Смотри, как надо с девушками по-нежному. С нее цветы выпали. Очень много цветов. Хотел свои пикать. Ты чё, ну? А я тебе штаны. А я тебе штаны дал. Всё. Благодарю за содействие. Всё, давай.